Здравствуйте! В прямом эфире с последними новостями Ararat News. В студии работает Лиана Галоян. Подведем итоги дня. Армении нужна новая конституция, заявил Никол Пашинян. Никол Пашинян отметил, что в мире происходят изменения, что неизбежно отразится на регионе Южного Кавказа, а также Армении. К этому изменению можно относиться по-разному. Но как бы мы ни относились к эволюции, она происходит. Поэтому наши позиции и подход должны заключаться не в том, чтобы остановить эту эволюцию. Это само по себе нелогично. Потому что, остановив эволюцию, мы придем к деградации, а в том, чтобы управлять ею в соответствии с государственными интересами Армении. По его убеждению, в Армении должна быть конституция, принятая народным голосованием, и которая сделает страну более конкурентоспособной и жизнеспособной к новым геополитическим региональным условиям. При этом он, как прежде, убежден, что самой удобной для Армении является парламентская система управления. Премьер заявил, что убедился в этом в послевоенный период 2020 года. Если бы у нас не была парламентская модель правления, с нашей государственностью могло бы произойти то, чего, возможно, многие хотели, заявил Пашинян. Ереван активно обсуждает вопросы сотрудничества с НАТО. Вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и НАТО, а также региональной и международной безопасности, обсудил премьер-министр Армении Никол Пашинян со специальным представителем Генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной. Премьер коснулся ситуации с безопасностью на Южном Кавказе, последних процессов вокруг нормализации армяно-азербайджанских отношений и мирного соглашения в соответствии с заранее согласованными принципами. Собеседники выразили обеспокоенность в связи с последними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют напряженности в регионе. Говорится в сообщении пресс-службы армянского Кабмина. В этом контексте Пашинян подчеркнул важность адресной реакции и необходимости действий международного сообщества, направленных на стабильность и мир на Южном Кавказе. Важно сдерживание политики Баку по применению силы, заявил Арат Мирзоян. Ереван считает важным сдерживание политики Баку по применению силы с целью решения проблем в регионе, исключения продолжающейся агрессивной риторики и территориальных претензий. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Ararat Mirzoyan на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Плинковичем в ходе визита в Хорватию. Собеседники подчеркнули, что контакты на высоком уровне в последнее время придали новый импульс двустороннему сотрудничеству, основанному на дружбе, взаимопонимании и общих ценностях. Стороны обменялись мнениями о дальнейшем обогащении повестки сотрудничества между двумя странами, углублении политического диалога, развитии торгово-экономических связей и возможностях расширения взаимодействия в других сферах, представляющих взаимный интерес. Стратегические интересы Москвы и Еревана сходятся. Об этом заявил посол России в Республике Армения Сергей Копыркин. «Я исхожу из того, и не только я, что это естественно, и позиция руководства Российской Федерации, что наши отношения имеют, продолжают иметь союзнический характер. Знаете, ведь нас очень много чего связывает исторически. Излишне говорить, упоминать о том, что связывает наши народы на протяжении многих веков истории», заявил Копыркин. По его словам, помимо этого, у стран сегодня есть очень обширная практическая повестка взаимоотношений, которая касается ключевых аспектов жизнедеятельности государств. «Я убежден, что это прочная основа, прочный фундамент, который дает запас прочности нашим взаимоотношениям. Я также убежден в том, что по основным параметрам наши стратегические интересы тоже объективно сходятся. Это доказывала опять-таки история как более давняя, так и история современная». Президент Армении обсудил ситуацию на Южном Кавказе с Генсеком ООН. Президент Армении Вадан Хачатурян обсудил ситуацию на Южном Кавказе с генсеком ООН Антонио Гутерешем, сообщает пресс-служба главы армянского государства. В ходе короткой беседы Хачатурян представил подробности ситуации в регионе, а также подходы Армении к вопросам установления стабильного и долговременного мира на Южном Кавказе. Встреча состоялась на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Генсек ООН выразил надежду на то, что региональные проблемы получат решение как можно быстрее, что обеспечит стабильность и развитие для всего региона. В ходе форума Хачатурян встретился также с президентом Аргентины Хавьером Милле, бывшим госсекретарем США Джоном Керри. Еще одну встречу президент Армении провел с премьер-министром иракского Курдистана Масрудом Барзани. Это были все новости к этому часу. В студии работала Лиана Галоян. До новых встреч!